Всем привет! С вами Данил, и сейчас я расскажу вам, где взять и как установить моды для Minecraft, которые использует компот. Дорогой друг, если тебе понравится это видео, оцени его своим лайком и подпишись на канал, так ты поможешь в его развитии. Для начала вам нужно скачать все необходимые файлы, пройдя по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Далее нужно разархивировать скачанный файл в любое удобное вам место. Теперь можно приступить к установке мода. Открываем нашу папку и запускаем установку T-Launcher'а. В ходе установки снимаем ненужные нам галочки с дополнительных программ. После установки, если лаунчер не запустился автоматически, запускаем его вручную. Выбираем версию игры Forge 1.7.10. Затем в окошко для логина вводим любое имя, которое тебе нравится, или логин своего аккаунта, зарегистрированного в T-Launcher'е, и нажимаем «Установить». Следующим шагом заходим в разархивированную папку и копируем все файлы из папки Minecraft. В T-Launcher'е нажимаем иконку папки и вставляем все, что мы скопировали, нажав на клавиатуре Ctrl+V. Теперь нажимаем на иконку шестеренки и в этом окошке проверяем, чтобы была цифра не менее 4096. Это количество оперативной памяти, выделяемое для T-Launcher'а. Если у вас другая цифра, то вместо нее вводите нужное значение. Нажимаете «Сохранить» и перезапускаете T-Launcher. На этом установка закончена. Запускаете игру, и теперь у вас мод, как у компота. Подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео. Оцени его своим лайком или дизлайком. Всем удачи, пока!